мандибулярный угол корректировать я при помощи канюля. Канюля 25-27 ни в коем случае, потому что мы будем работать в очень опасной зоне. Опасная зона – это здесь у нас проекция сонной артерии на восходящей, здесь у нас слюнная железа, здесь выход тройничного нерва. Поэтому многие коллеги работают именно снизу. Мне не нравится так работать. Я работаю сверху, потому что я набиваю мешочек, понимаете, о чем я говорю? И так получается лучше. То есть вы и корректируете саму челюсть, нижнюю челюсть, понимаете, в проекции. Когда вы просто вот тут немножечко что-то, ну как бы такого эффекта не будет, как именно поступательные движения, такие хорошие. А здесь примерно вы оставляете 0,2-0,3. Миллилитра, 0,2-0,3 филлера. Вот у вас уже как проекция нижней челюсти есть. Далее прикладывается. В основном это комиссура, угол комиссуры и угол носового мысла. И вот выход, выход, когда вы будете корректировать нижнюю челюсть при помощи канюли. Делайте вот тут вот проход. Понятно, да? Где вход? Здесь вход. Да? Около козелка. Первый вход. Второй вход, он примерно конец носогубной складки, понятно? Рядом что-то вот с комиссурой. Опять прикладываете где-то в проекции. То есть прокорректировали нижнюю челюсть, разворачиваем и корректируем обязательно ближе к подбородку. Но еще разворачиваем ее и корректируем. Даже вы можете просто не выводить туда филлер, вы можете просто сепарировать марионетку, и у вас будет идеальная просто нижняя треть.